В Приморье единороссовские жулики снова украли выборы. Еще вчера вечером на губернаторских выборах побеждал кандидат от КПРФ, уверенно обгоняя жулика-единоросса. И вот в 5 часов утра по местному времени случилось что-то, и там внезапно объявили, что единоросс выиграл. Мы понимаем, почему это произошло. Проигравший кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко – фаворит Путина, и власть сразу сказала, что будет добиваться его победы любой ценой. Только вот народ решил иначе, и мы требуем уважать мнение народа. Откровенная и наглая фальсификация результатов выборов в Приморском крае – это прямое оскорбление не только жителей этого региона, но и всей страны. Это уже даже не просто фальсификация, к ним мы привыкли. Это демонстративное глумление над людьми. И нельзя это терпеть. Первое. Мы призываем всех жителей Владивостока приходить сегодня и каждый день на площадь перед зданием администрации, а в субботу собрать там весь город и не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как нарисовали единороссы. Второе. Мы призываем жителей других городов Приморья ехать во Владивосток и принимать участие в акциях протеста или организовывать их в своих городах. Третье. Мы призываем всех забыть сейчас про идеологические различия. Совершенно не важно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой. Четвертое. Мы призываем депутатов Госдумы от КПРФ приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их. Пятое. Не надо бояться разгонов и задержаний. Но сколько людей можно задержать и отправить под арест во Владивостоке? Ну, 1000, но на их место придет 10 тысяч. Помните, что на самом деле сотрудники МВД возмущены фальсификациями так же, как и все остальные. Шестое. Мы призываем ни в коем случае не верить ЦИКу и лживой ведьме Панфиловой. Все это вы пришлите нам жалобы, мы посмотрим и примем решение. Уловка и обман. Затянуть время и потом сделать губернатором единоросса не мытьем, так катаньем. Если бы ЦИК нормально работал, то никакие митинги были бы не нужны. Седьмое. Призываем жителей Владимирской области, Хакасии, Хабаровского края сделать так, чтобы прокатить единороссов и в своих регионах, причем еще сильнее, чем в Приморье. Восьмое. Призываем всех жителей страны оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, а если понадобится, то и выйти на улицы за них. Это не их выборы украли, это украли у всей страны.